На 219-м километре Московского тракта, что на просторах Ачитского района, в 5 часу утра, то есть в кромешной тьме, случился жесточайший, смертельный, точнее даже дважды смертельный и очень неравный бой. Пятнашка, пилотируемая 31-летним рулевым с 27-летней пассажиркой на месте смертника, выскочила на чужую и влетела под первую встречную длинную фуру «ДАВ». В силу огромной разницы в весовых категориях, в пятнахе мгновенно погибли и пилот, и пассажирка. Дальнобойщик, который здоровьем не повредился, видно, что пытался уйти от удара, выкрутился влево, но предотвратить катастрофу не смог. И фура через встречку, по счастью, никого не задев, укатилась в поля, даже не завалившись на бок. Приедет автомашины 21-15, уже установлена такая причина, выехал на полувстречного движения, где допустил столкновение с автомашиной ДАВ. В результате дорожно-транспортного происшествия водители и пассажиры автомашины «Лада» скончались на месте ДТП. Сотрудниками госавтоинспекции проводится регулирование дорожного движения вместе с дорожно-транспортным происшествием. Также проводится весь комплекс мероприятий, необходимых для установления причин и условий совершения данного дорожно-транспортного происшествия.